Доброе утро, ребята! Сегодня у нас начинается очередной день. И сегодня мы идем на грязевые вулканы в Кучугурах. Не знаю, что там будет, конечно, но люди посоветовали, сказали, что стоит сходить от нашего места жительства 4 километра, сказали, топать. Так что пойдем, посмотрим. Ну и поснимаю, если будет что интересное. Ну что ж, пошли. Итак, идем мы на грязевые вулканы. Что-то я уже замаялся идти, если честно. Уже даже не знаю, откуда это мы пришли. Вон с того поворота, наверное. Хотя вроде как 4 километра, ну блин. А еще ведь не дошли, нифига. Будем надеяться, что путь этот наш уже завершится скоро. Ну, кажется, подползаем к месту назначения. Осталось вот за этот поворот, по-моему, завернуть. И где-то вот здесь вот все это дело. Так что пошли смотреть дальше. Все, вроде пришли. Умные-то люди сюда на машинах приезжают. Вон там он. Лесенки. И вдалеке какой-то там мужик весь в грязи был. Так что пойдем смотреть дальше. Пойдешь в грязи купаться? Пошли купаться в море, дай помой. Вот такое вот безобразие. Ну все, после грязевых вулканов мы выдвинулись в сторону дома, идем по низу на этот раз. В данный момент мы находимся на так называемом ракушечном пляже. Тут все в ракушках, вообще очень много. К сожалению, поснимать не удалось, но я был вот такой же. Весь был грязный, так что снимать ничего не стал. Руки были все вот в этой вот фигне. Ну все, выдвигаемся домой. Идти очень далеко еще. Вот не знаю, кому как, а я просто обожаю ходить вот так вот по линии прибоя. Вот этому вот песочку, и чтоб ножки постоянно так вот волной обдавало. Почему-то мне это очень жестко нравится. Все, подходим мы к дому. Вот такие вот ворота.
гостевой дом Анна-Мария. Хозяина зовут Андрей, так что если что, обращайтесь. К сожалению, почему-то я только табличку с адресом не увидел. Гагарина сколько-то, не знаю. Такая вот с кроликами там фотография у него. И у него действительно есть кролик белый. И он бегает просто так по двору. Вместо кошки. Хотя кошка тоже есть. Вот такие дела. Этим чудным вечером я пригласил свою жену в ресторан. Сегодня 25 июля 2021 года. Сидим, рассматриваем кафе, называется Оливас. Здесь играет живая музыка. Ну, может быть, немножко попозже будет. Сейчас будем делать заказ и ужинать. При всем при том, дорогие друзья, сюда просто так зайти нельзя. Мы записались сюда вчера, еще забронировали столик. Так что вот такие дела. Так вот немножко стемнело. Лампочки всякие зажглись. Девочка там поет. А мы ждем заказ. Нам принесли первую часть заказа. Это устрицы. Я даже не знаю, как их есть. Все, Лена, сбудется твоя мечта? Ели мы вот такую вот фигню. Так вот она выглядит целиком. Видимо, ее расковыряли. Такая вот жесть. Это всего лишь устрица, а не жесть. А вот и вторая часть нашего заказа. Ассорти морепродуктов. На море в нашей палаточке. Сейчас такая оказия произошла. Пошел купаться, нырнул под волну, и мне на башку приземлилась медуза. Прямо сверху так чпок. И обожгла мне, блин, сволочуга, блин, всю макушку и лоб. Сейчас сижу и страдаю. Вот такие бывают ситуации. А я щелкаю чугунские семечки. Азовская рецепта. Добрый вечер. Сегодня мы
решили прогуляться. Вечерок такой не жаркий, небо немного затянуло облаками. Так что пойдем сегодня. Соседи нам сказали, что к морю прибило, к берегу, вернее, медуз целую кучу. Так что пойдем посмотрим. Говорят, их с берега видно даже. Лен, ну что, пойдем? Мы дошли до банкомата, надо денег снять. Находится он по улице Ленина, тут напротив дом Ленина 15. На самой номера не вижу. Так что вот так вот, кому надо, сбербанковский банкомат здесь. Вот такая вот в него очередь. Итак, мы продолжаем идти по улице Гагарина. Она идет прямо на пляж. Если кто хочет основную движуху, то она находится с той стороны. На параллельной улице, да. Там расположены все магазины, столовые, кафе и так далее. Парк аттракционов, детский рынок, все там. Здесь, конечно, есть немножко вон с той стороны. Тоже что-то жарят. И немножко магазинчиков. Ну, в основном все находится на параллельной улице. Так что вот так вот. Идем смотреть на море. Заключительный ужин перед отъездом в Крым. Сидим с Леной тут, доедаем остатки. У меня тут такая пицца, которую я ем уже 2 дня. Ужин из ресторана, рыбку буду доедать. Кстати, ветер на улице стих, какой-то полный штиль. Море, наверное, тоже у нас успокоилось, но мы этого уже сегодня не увидим. Так что все, на этом вторая часть нашего путешествия, нашего видеопутешествия заканчивается. Завтра будем вещать из Крыма. Смотрите третью часть. До новых встреч. Пока-пока.